одержимый. Его аура ужасает. Да помилуй его, судья. Люд, мы сможем его победить. Вспомни наши тренировки. Вся сила сосредоточена в одной стреле. Нужно бежать. От этой стрелы разит скверной. Не подходи слишком близко. Либо уничтожь ее, либо убегай. Не дай им взорваться, уничтожь их. Теперь не уйдешь. Он слишком быстрый. Сестра, он готовит новую атаку. Сестра, нас сейчас накроет. Люд. У нас получилось. Кажется, да. Люд. Бря, что это? Люд. Нет. Что это? Сестра, нет. Если всегда прятаться в одном и том же месте, ты всегда сможешь меня найти. Так и задумано. Ты должна была собирать дрова. Расскажешь маме? Уф, нет. Я набрала достаточно, но в следующий раз... И что ты тут делаешь, пока я одна работала? Вот это. Я выбрала самые лучшие цветы. Красиво. Маме понравится. О, а это для папы. Нашего папы. Хватит дразнить меня. Нет. Ему нравятся связки с кроликами. Так что твой венок ему понравится. Кролики хотя бы полезны. Он подумает, что это глупо. Нет, не подумает. Ты же сделала это сама. Ему понравится. Что это было? Не знаю. Крики из нашей деревни. Давай вернемся, Люд. Не уходи далеко от меня. Что-то не так. Мама, папа. Нет, мой венок. Нам нужно идти. Не отходи от меня, Люд. Помилуй меня, судья. Я не хочу видеть это снова. Что-то там. Брайя. Нет, ее душа скована и терзаемая. Я чувствую это. Так много боли.
Все мертвы. Убить их. Нет. Бриа, нет. Не дай ненависти тобой завладеть. То. Я твоя сестра. Вспомни меня. Забудь остальных. Ты лжешь. Не сдавайся. Ты мертва. Нет. Я здесь с тобой. Больно. Убить всех. Прошу, сестра. Ты делаешь больно мне. Мы должны быть вместе. Не забывай. Люд. Брайя. Ничего нас не разлучит. Ничего. Люд, что это было? Ох, моя голова. Прошу, успокойся. Тебе нужно восстановиться. Это была серьезная угроза, и мы можем повстречаться с ней вновь. Не пытайся подбирать слова. Я рисковала, я знаю. Донован нас предупреждал. А вдруг мы б вышли за предел? Но мы ж... не там. Эта сила спасла нас, Люд. Она нужна нам. Донован сказал, что это опасно. Мы пока не совсем готовы. Мы научимся. Я попытаюсь владеть ей. Люд, поверь мне. Я знаю, что ты сделаешь все возможное, сестренка. Но скажи, когда ты потеряла сознание, ты помнишь что-нибудь? Я будто застряла в кошмарном сне. Я была дома до того, как ты тогда еще была жива, Люд. Я почти забыла это. Дуб на лугу, этот запах. Ты была там? Внутри моего разума? Я была с тобой. Я помню, что ты чувствовала. Мы по-разному переносим боль. И твоя гораздо глубже, чем ты думаешь. Тебе не нужно терпеть одной. Вместе мы сильнее. Что-то должно быть только моим. Кое-что тебе не нужно видеть. Сестра. Как бы там ни было, мы уже много времени потратили, Люд. Нужно собраться с духом и отправиться в бой. Они наступают. Хорошо. Пусть посмотрят, на что я, на что мы способны. Ты со мной? Всегда. Покажитесь, вы, твари.
Это была и всего лишь разминка. Ты снова поддалась этой силе. Я еще никогда такого не чувствовала. В голове туман. Если мы не можем это контролировать, может быть, нам выйти за пределы? Исчезнуть навсегда? Будем осторожнее. Мы научимся с ней бороться. Не позволим себя контролировать. Да. Да. Мы будем осторожнее.